До конца года ликвидировать очередь из детей, нуждающихся в детском саду. С этой задачей справились в городе Николаевске, Волгоградской области. Решить проблему помог новый детский сад «Цветик-семицветик», который рассчитан на 120 мест. Подробности расскажет Екатерина Караваева. У нас есть все необходимое. У нас есть телевизор для просмотра. Мы предполагаем советских мультиков. Все-таки мы больше патриотически, значит, занимаем позицию. У нас есть мультимедийное оборудование. У нас есть передвижной экран. У нас есть приставки Мими. У нас есть документ-камера. В ясельной группе есть все, что нужно малышам, и даже больше. Педагоги мыслят перспективно и заботятся о развитии всех способностей юных жителей Николаевска. Не хуже оборудованы старшие группы и спортивный зал. А в музыкальной комнате есть даже электронное фортепиано. Все самое современное и в пищеблоке. Такой детский сад, наверное, единственный во всей Волгоградской области. Его преимущества уже оценили родители малышей. Ведь для большинства из них получение места в дошкольном учреждении стало по-настоящему долгожданным. Очень сложно, потому что с работой нужно выходить с полутора лет на работу, а ребенка деть некуда. И выручали родственники, бабушки, дедушки, тети, дяди, все активно помогали. С выходом в садик, конечно, много проблем решается, и ребенок будет активнее развиваться, более лучше, чем дома. Этот детский сад – один из немногих примеров успешного сотрудничества власти и бизнеса. Строительство дошкольного учреждения в Николаевске началось в 2012 году. Одна из компаний выделила на эти цели 86 миллионов рублей. После к проекту подключились местные и региональные власти. Затем, благодаря поддержке губернатора Волгоградской области Бочарова Андрея Ивановича, были выделены средства из федерального и областного бюджета в сумме 55 миллионов рублей на завершение строительства детского сада. Новый сад, рассчитанный на 120 дошколят, полностью ликвидирует в Николаевске проблему так называемой острой очереди. Дети в возрасте от 3 до 7 лет теперь полностью обеспечены местами в детских садах. За считанные дни до Нового года в области откроется еще 12 дошкольных заведений. Практически каждый день уже сейчас идет ввод объектов, таких либо чуть меньше. Значит, у нас введена группа в Алексеевском районе. На завтра есть приглашение в Городищенский район, там сказка. Совсем скоро, 28 числа, детский сад Нехаева открывается в Дубовском районе. До конца года, сейчас потому что проходят итоговые проверки, устраняются замечания, должны быть введены 4 детских сада в Волжском, 4 детских сада в городе Волгограде. Отметим, что в первом полугодии 2015-го будут сданы еще 14 объектов дошкольного образования, строительство, капитальный ремонт и реконструкция которых велись в нынешнем году. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Николаевского района.